Девчата, Илью Громова не видали? Видели. Где? На пристань пошел с чемоданчиком. Илья! Илья! Все равно догоню. Так, дальше. Пожалуйста. Вас там товарищ дожидается. Какой товарищ? Из колхоза. Из колхоза? Приму. Обязательно приму, пусть подождет. Хорошо. Если хочешь быть здоров. Видал? Какая бандура. Откуда? Начальник? У меня же служащие. Дарю тебе эту катушку. Дарю как первому тренеру Союза, как второму рыбаку. Ты первый. А как же? Дарю, а ты должен подарить стране нового чемпиона. Слушай, сделай ты из Громова чемпиона. Да и как можно скорее. Скоростным методом. Почему скоростным? Это же талант. Это самородок. Это это как поддубный. Ну, ты меня поддубным не говори, я у него учился. Товарищ Привалов занят. Не могу я больше. Не могу я. Ничего. Я занят, молодой человек. Простите, пожалуйста, я очень торопился. 50 километров. Я обогнал пароход на велосипеде. Вот сейчас приплывет. Кто приплывет? Илья Громов. Громов? Да. А вы что, его друг? Это не важно. Он бросил все и убежал к вам. И комсомольская организация мне поручила вернуть его обратно в колхоз. Что? Чтоб чемпион Громов обратно в колхоз? Ага. Что смеетесь, товарищ? Что вы? Да вы понимаете, без Громова пропадет вся наша физкультура. У нас же первая борцовская секция в области. Патриотизм местного масштаба. У вашего друга особый путь. Ему надо помочь вырасти в большого спортсмена. Правильно. Вот и помогите ему и всем нам в колхозе. Молодой человек, вы думаете, так легко вырастить чемпиона? А у нас нет в деревне условий никаких. Да как же нету? Мы сейчас строим свой стадион. Помогите нам достать инвентарь. Дайте нам тренера хорошего. Инвентарь мы вам дадим, а тренера для деревни у нас сейчас нету. Значит, тренера вы нам не даете, а Илью Громова забираете. Странный вы, молодой человек. Не хотите, значит, нам помочь? Да ну. Ну, ничего, нам помогут в другом месте. Молодой человек. Да. Подождите меня у секретаря. Хорошо. А ты что хочешь, Федя? Торопишься, Васильевич. Я? Да. Нельзя сейчас Громова вырывать из колхоза. У него, видимо, трудный характер. А ты что предлагаешь? А вот что. Я в обществе занят 3 раза в неделю. Понимаю. Так ты хочешь оставшиеся 3 дня тренировать Громова? Угадал. Не выйдет. Ты будешь тренировать его только здесь. Подтягивай, пусть подтягивай, пусть подтягивай. Сильнее подбивай, подбивай сильнее. Вот так, вот. Так. Ну-ка еще раз. Оп! Ну, быстрее разворот. Товарищ Громов? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот это, Иван Иванович. Ну что ж, пройдите на медосмотр. Вторая комната налево. Так, Иван Иванович. Ладно. Хорошо, ходи! Вот, ходи! Завидую вам, молодой человек. Вот. И это другое дело. Это еще можно короче. Закончили. Приготовились к схваткам. Знакомьтесь. Елисеев. Громов. Чемпион области. Среди колхозников. Разогрейтесь. Есть. Первая пара на ковер. Здоров, чемпион колхозников. Крепкий паренек. Время.
Промов, Елисеев, на ковер. Случайно. Молодец, Коля. Давай еще, последний раз. Хватит. Товарищ тренер, еще раз. Значит, нет у меня данных, раз первый встречный на лопатки кладет. Товарищ Громов, минуточку. Елисеев, продолжайте тренировку. Следующая пара на ковер. Начали. Зайдите сюда. Садитесь. Что же вы волнуетесь? Ведь вы же не любите спорта. Кто? Я не люблю. Кто же тогда любит? Вы себя любите в спорте. Ошибаетесь. Я в деревне все бросил. С лучшим другом поругался и к вам пришел борьбой заниматься. Борьбой можно в колхозе заниматься. А я не вернусь, здесь останусь. Пожалуйста, я запишу вас в группу начинающих. Так я же чемпион. Какое у вас образование? Среднее. Каких лет пошли в школу? 7. Какой класс? Первый, конечно. А почему не сразу в 10? 7 лет-то. Так чего же вы возмущаетесь, что Елисеев положил вас в лопатки? Он не каждый встречный. Он мастер. А вы первоклассник в борьбе. Если нет у меня данных, так прямо скажите, нечего со мной в прятки играть. Молодой человек, а вас учили когда-нибудь уважать старших? Извините. Сядьте. Подержите. Что это? Готовились на рыбалку в какие-то ключи. Белые ключи? Это же наша деревня. Говорят, там места хорошие. Столько рыбы, в затонах вот такая щука. Приезжайте, покажу. Да, ведь вы решили же в городе остаться. Приходится оставаться. Товарищ Привалов сказал, что в деревне нет условий для моей тренировки. Как же вы будете тут жить, где работать? Привалов сказал, что оформит кем-нибудь в комитете. Кем-нибудь? Значит, вам безразлично, кем работать, что делать. Может, совсем ничего не делать? С такими-то руками ничего не делать. Я же кузнец, Федор Иванович. Вот и обидно, товарищ Громов, что сейчас из города лучшие специалисты едут в деревню, а вы оттуда бежите. Ведь вы же комсомолец. Я понимаю. Вы думаете, мне это легко? На что вам там не хватает? Что бороться не с кем? Ребят здоровых нет. Тренера. Тренера у нас нет. Здрасте. Договорились. Уже об этом позаботился ваш комсомол. Кто? Костя? Да когда же он успел? Хорошие друзья всегда вовремя поспевают. Ты уже здесь? Здесь. Ну, спасибо тебе, друг. А, это пожалуйста. За все спасибо. А за что спасибо? Какой у нас сегодня день-то? Ах, день. Воскресенье. Выходной день. Вот этот выходной мне на всю жизнь запомнится. Целый день меня сегодня на лопатку кладут. То мастер спорта на ковре, то тренер в кабинете. Ну, а я тут при чем? Я ведь только насчет тренера говорил. Понятно. Понятно, товарищ комсор. А в общем-то, не зря я за тебя голосовал. Ты пойми, даю тебе слово, через год у меня с этим мастером будет серьезный разговор. Вот тогда посмотрим, кто кого. Правильно, Илья, уж тогда мы посмотрим. Ну, а сейчас пора домой. Да, еще билеты брать. Ты насчет билета не беспокойся. Предусмотрено. И тут успел. Зин, мы решили, что провожать тебя только вместе. Да вы хоть разговаривать не вместе. У меня и так от вас в глазах двоится. Гриша, я лучше на тебя одного два раза посмотрю.
Девчата, чего я вам сейчас расскажу? Не трогай. Ну, говори, говори. Да нет, не стоит. А то ведь я вас знаю. Сейчас начнется стенгазеть это выражать. На собрание обсуждать. Опять что-нибудь приснилось. Разве на вас, что мне всегда такие интересные сны снятся. И вот всегда почему-то про других. Вот хоть по разочек про себя посмотреть. А сегодня я вас видела. Интересно. Ну, говори, чего молчишь. Вот возьмут, не скажу. Ой, все равно не утерпишь. Утерплю. Ну, как хочешь. Будто вы с Клавкой приехали в город к Илье в гости. А он уже чемпион всего мира. Дом у него 25 этажей, в каком секретарше. А что смеяться-то не буду рассказывать? Все такие красивые. Тебя Клавка он сразу признал. А на тебя Настя посмотрел. Я говорю, что такая? Почему не знаю? Не знаю. А дальше-то что? И вот тут вот, ну, на самом интересном месте все оборвалось. Зина! Ну чего пришли? Выходи скорее. А вы что, не видите, что я тут делом занимаюсь? Ну, опять отобразили. Как не стыдно. Как не стыдно. Больше я вам никогда ничего не расскажу. Обиделась предсказательница. Подействовала. Настя, а может получиться так, что он не вернется? Ведь чемпионы-то не все больше по городам живут. Нет, Илья не такой. Он вернется. Ну, а все-таки, если не вернется? А если не вернется, так и думать о нем не стоит. Ах, и гордая ты. А вот полюби меня, такой парень, я бы сама за ним на край света пошла. Привет, редколлеги! Можно войти? Заходи, Илюша, заходи. А я что сказала? Здравствуй, Настенька. Здравствуй, Илюша. Поздравляю чемпиона всей нашей области. Спасибо, Клава. Ты, говорят, астрономией интересуешься? Да что ты. Там тебе Костя лекцию приготовил. Ждет тебя. Ясно? А, все ясно. Пойду лекцию слушать. А чего ты здесь распоряжаешься? Я даже домой не заходил, прям к тебе. А что, мог бы и домой зайти сначала? Может быть, я соскучился. Настя. Сколько в нашей области населения? Население? Да. Ну, миллион. А что? Два. И вот, оказывается, из этих 2 миллионов я самый сильный. Но еще не самый скромный. Да нет. Различные философы объясняют строение Вселенной по-разному. Ну, вот, скажем, вот видишь, чего? Ничего нет. Ну, правильно, ничего нет. И вот представь себе, что из этой вот невидимой точки возникает Вселенная и начинает распространяться. Ну, как же представить, когда из ничего? Ну, правильно, этого нельзя представить, поскольку так думают идеалисты. А чего ж ты мне идеалистами голову морочишь? Ты мне расскажи, как правильно понимать надо. Это вопрос сложный. Вселенная, Клавочка, вечно во времени и бесконечно в пространстве. Ну, другое дело, все ясно. Ничего тебе не ясно. Почему это? А потому что, Клавочка, этого один вечер не расскажешь. Для этого, может, целая жизнь некоторым требуется. Ох, и любишь ты меня учить? Люблю.
Вот это работа! Один Илья у тебя целая бригада стоит. А это для них не работа, а тренировочка. Борцовская секция в полном составе. Нет, не в полном, Трофим Ильич. Тренера не хватает. Опять? Опять. Вот дадите тренера, больше ничего просить не будем. Это ты мне обещал, когда еще первый футбольный мяч просил. Ну, не для себя договаривался, для ребят, для Ильи. А зачем ему тренер, когда он сам чемпион среди всех колхозников в нашей области? Эх, Трофим Ильич, простите, перспективы у вас не хватает. Что? Товарищи колхозники, начинаем спортивное заседание, посвященное окончанию уборки урожая в колхозах. Заря и белые ключи. Футболистов, освободите поле. Сейчас будет проведен забег на дистанцию 1500 метров. На старт! Внимание! Благодать! А где рыбку-то ловить? Вот наше спортивное хозяйство, Федор Иванович. Это, конечно, не городской стадион. Кажется, в самый разгар попали. Ну, пошли болеть. А удочки можно в машине оставить. Хорошо. Пожалуйста, сюда. Здравствуйте, Трофим Ильич. Здравствуйте. Вот он, мой главный враг, соперник. Знакомьтесь, Федор Иванович. Председатель Зари. Товарищ Козырев. Да. Сами всех тренируете? А вы откуда знаете? Слыхал, слыхал. Сам, все сам. Так я же говорил. Твои семьями пошли. Степан Чернов, Митрофан Чернов. А гости впереди. Хорошо идет. Костя, не сдавай! Мои победят. Ты думаешь? Посмотрим. Нажимай, Костя. Дает. Степан, обходи! Костя, не Степан! Сдавай! Костя! Костя, давай, давай! Обходит. Обходит. Костя! Девочки, да что же ты делаешь-то? Ты что делаешь? Ты комсорг или нет? Ты что, колхоз подводишь? Не надо, Клавушка. За мной! На буксир взяла. Не надо. Правила нарушать. Я тебе покажу правила. Весь колхоз смотрит. Быстрей! Отдай! Вовка! Тащи его! Правильно! Неправильно! Чего неправильно? Правильно! Еще немножечко. Костенька, миленький! Клавушка! Никогда не понять. Ну вот, мы и победили. Эх ты, спортсмен! Сам не мог бежать как следует, мне пришлось правила нарушать. Правила? Выходит, что в забеге на 1500 метров первым финишировал представитель колхоза «Белые ключи» Константин Ковалев. В связи... Нарушение, Илюша, нарушение. В связи с нарушением правил представитель колхоза «Белые ключи» Константин Ковалев дисквалифицируется.
Победа присуждается представителю колхоза «Заря» Степану Чернову. Вот он у нас какой. Принципиальный молодой человек. А девушка, девушка-то какая? Два круга с ребятами обижала и всех обогнала. Клава-то, так она у нас первый плясунья. Начинаем. Показательные выступления по борьбе. А вот это уже по моей части. Ну, чья взяла? Одно первое место примите от нас подарочек. Не подарочек, а по справедливости. Вы бежали не по правилам. Подарили вам первое место. Не по правилам. Забег, конечно, смешной получился, Федор Иванович. Но прошу вас, поспешных выводов не делать. Ой, Федор Иванович, вот здорово. Здравствуйте, спасибо. Ну, Трофим Ильич, вы просто мировой дипломат. Какого тренера уговорили, а? Плохой я дипломат, Костя. Федор Иванович приехал рыбку ловить. Какую рыбку? Федор Иванович шутит. Занят я в городе, а потом рыбка дело серьезное. Ах, вот как. Ну, тогда я свою дипломатию применю. Вы уж извините, Федор Иванович. Внимание, внимание. К нам приехал государственный тренер Федор Иванович Бессонов. Илюшка, дядя Федя приехал. Здравствуйте, Федор Иванович. Приехал вас. Футбольную секцию будете тренировать? А прыгунов? В нашем колхозе тоже борцовская секция есть. Вот видите, без тренера нам не обойтись. Ну, соглашайтесь, Федор Иванович. Соглашайтесь, Федор Иванович, соглашайтесь. Сами просили поспешных выводов не делать. Попался на контрприем. Товарищ государственный тренер, я с 1907 года в городки играю. Здравствуйте, Федор Иванович. Здравствуйте, товарищ Громов, вот мы и встретились. Вовремя приехали, сейчас будут показать на выступление по борьбе. Тоже будете показывать. А вот у нас Илья один будет против 17 борцов выступать. Один против 17? Да. А что у вас с глазами? Бессонница? Да, есть немного. Аппетит плохой. А откуда вы это знаете? У вас явное переутомление. Товарищ Ковалев, отмените всякие показательные выступления. Хорошо. Вам запрещаю 2 недели заниматься всякими тренировками. Завтра же всех физкультурников на медосмотр. Значит, согласны, Федор Иванович. А что же мне остается делать, когда вы допускаете такие грубые нарушения спортивных правил? Нашему тренеру физкульт! Ура! 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 Высший класс. По местам! Ну вот наш клуб. Он же спортзал во время снега и дождя. Понятно. Внимание! А вам что, особую команду? Дайте ему сдачи. Так, да. Быстро. Равняйсь! Хыра! Спортсмены колхоза «Белые ключи» к занятиям построены! Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! Став, как? А ну-ка еще раз. Здравствуйте, товарищи! Другое дело. Довольно! Товарищ, с сегодняшнего дня я назначаю своим помощником. Есть! С сегодняшнего дня мы начинаем новый этап вашей спортивной жизни. Что такое? А это что за гвардия? Принимайте пополнение, Федор Иванович. Вот эти ребята из колхоза «Заря», а вот эти из колхоза «Рассвет». Немноговато ли? Ну и для одного же Грома будет к нам приезжать сюда государственный тренер. Я так это дело понимаю, Федор Иванович. Правильно понимаете, товарищ комсор. Ну что ж, пусть раздевается. Раздевайтесь, ребят, быстрее. Ну, а к вам, товарищ Громов, у меня будут повышенные требования. Ну как? За неделю сбросил 0,2 секунды. Только? А дальше вы еще труднее будете. О, а характер? Есть характер. Нет, еще 3 минуты.
Может быть, хватит, Федорович. А где характер? Никаких индивидуальных поздравлений. Вы же мне срываете мероприятие. Ну, что за стихия? Что ты сказал? Это Настя стихия? Ах, Настя. Ну, Настя, можно индивидуально. В виде исключения, конечно. Ты дождись меня под вишнею, защитимся до темна. Ты дождись меня под вишнею, защитимся. Илюша! Настя! А? Настенька! Солнце светит, птицы поют, тебя только не хватало. И вот ты как в сказке стоишь передо мной. Настенька! Смотри, трофей. А вот это тебе. Спасибо, Илюша. Грамота чемпиона. Кубок. А вот лента. Чемпион республики, спортивное общество «Колхозник» Илья Павлович Громов. Оказывается, в жизни все легко и просто, Настя. Стоит только захотеть. Вот я захотел и добился. Всего? Настенька, хочешь, я самого непобедимого Кораблева на лопатки положу? Хочешь стать женой чемпиона Советского Союза? Илюша, ты какой-то шумный сегодня, чудно. Ты бы хоть поздравил меня, Настенька. А нам Костя запретил индивидуальные поздравления. Тебя поздравлять будут в массовом порядке и с оркестром. С оркестром? Угу. Костя придумал. А ну, Потапыч, давай. Тихо, тихо, приготовились. Начали. Комсомольцев, физкультурников колхоза «Белые ключи» поздравляю тебя, Илюша, с выдающимся спортивным достижением. Вот и думали, смерть, а! Ох и молодец ты, Илья! Теперь о нашем колхозе, ну, везде будут знать. Ох, здорово! Ну, ты как, Илья, на лопатки клал или по очкам изводил? На лопатки, Потапыч. Правда, последний сибиряк здоровый попал. Еле совладал. Ой, ну весь эффект испортил. Ты же мне мероприятие срывал. Ну, раз мероприятие, то молчу. Товарищи, спасибо за встречу. Ребята, чемпиону! Ура! Ура! А ну, борцы, чемпиона на плечо! Прощайте! Ну что вы придумали? Ну не надо! По мне же 90 килограммов! Собрай! Пашка, не как нашего Илюху волокут. Ну, ребят, пустите. Здравствуй, отец. Здоров. Дедусь.
Хорош. На руках таскают. Все одно, что икону чудотворную. Ты надумал, как тебе там, сектор? Вы меня простите, Тимофей Иванович, но сейчас Илья не просто колхозный кузнец, а чемпион, гордость всей республики. Не нравится он мне сегодня. Шумный какой-то, хвастает. Ты знаешь, Клава, боюсь я его такого. Ой, мудришь, подруженька, ведь любишь его. Знаю, любишь. Нельзя такого парня не любить. Значит, быть тебе за ним, так уж лучше скорей. Почему скорее? Мне легче станет. Понятно тебе? Понятно, Клава. Не надо нам с тобой об этом говорить. Видно, судьба моя такая, помирать в девках. Ой, не прикидывайся ты казанской сиротой. Лучшие парни из трех колхозов за тобой ходят. Ходят. А у меня характер, меня завоевать надо. Да что говорить, пойду-ка я плясать с горя. Ух и пляж. Эх, Клавдий, пошла. Эх, и ваш трап плясать, девка. Ребята, ты бы замуж меня взял кто-нибудь, что ли? Я с тобой. Я хоть сейчас. А что, ты не хороша? Видишь, сколько у меня женихов оказалось. Только я условие поставлю. Какой? Кто меня сейчас перепляшет, за тобой замуж пойду. Ну что? Будешь плясать, Миша? Да раз тебя перепляшешь. Если бы так пошла за меня. Ну, а ты? Да я бы, Клавушка. Эх, вы, сморчки, на чего рты поразинули? Ребята, да неужто нас на Волге плясуны перевелись? Кто сказал, что перевелись? Есть плясуны на Волге. Она тебя до смерти упляшет. Ничего. Ой, смотри, если кто меня не перепляшет, из села беги. Любой авторитет по ветру пущу. Она мне страшна. Ой, Илюша, напугал ты меня, как даже ноженьки подгибаешь. А ну, Илюха, покажи, как чемпионы пляшут. Попробуем. Спляшем? Спляшем. Давай. Ну, Илюша, спасибо, выручил. Ну что ж, до победного. Вот это да! Вот это да! Вот это откалывает! А Клавка-то наша красавица. Эх ты, только заметил. А может, не стоит плясать больше? Почему?
Ты слышал мои условия? Нет. Кто меня перепляшет, за того и замуж пойду. Понятно тебе? Подожди! Клава, куда ты? Клава! Илья! Илья! Больше никогда ко мне не подходи. Слышишь, Илья? И даже не смотри. Почему не смотри? Ты такая красивая. И ночь такая хорошая. Идем на Волгу. Всю ночь будем на лодке кататься. Что ты? Опомнись, опомнись. Подожди, Настенька. Вот видишь, Настенька, ты ее любишь, Илюш. А меня еще переплясать надо. Вот и гуляй с вами чертями после этого. А мы здесь при чем? Клавка ваша во всем виновата. Разве можно против нее устоять? Что? А ты что, ревнуешь, Зиночка? Я? Да. Был бы кого. Илья, я понимаю, хоть чемпион. А вы что? Так, уродились на одно лицо, как два огурца на грядке. Вот второй год разобраться не могу, который из вас горше. А мы оба хорошие, выбирай, не бойся. Соловей мой, соловей, залетная пташечка, ты скажи мне, соловей, кто же мой милашечка? Костя, что случилось? А где же весь народ? Народ? Ты что думаешь, если ты чемпион, так тебе все можно? Собралась вся молодежь. Пожилые колхозники пришли специально ради тебя. Они тебе честь оказывают. А ты что делаешь? Так что же после этого поздравлять тебя в массовом порядке и петь твои любимые песни? Понятно? Сначала нужно быть настоящим человеком, а уж потом чемпионом. Ну, кто там еще? Я. И чего ты стучишь-то? Ты, наверное, думаешь, что это не я, а это я. Тебе можно войти? Ну, входи. А я уже вошла. А ты во всем такая. Сначала войдешь, потом спрашиваешь. Настя, скажи сразу, что? Почему ты меня не прогоняешь? А зачем? Ну как зачем? Если бы со мной такое сделали, да я бы не знаю, что натворила. Вот хорошо, что сама понимаешь. А знаешь, Настя, только я в этом совсем не виновата. А кто? Я виновата. Да нет. Понимаешь, все как-то так получилось и... И поэтому ты плачешь. Кто плачет? Ты. Тоже скажешь. Правда плачу. Ну ладно, раз так скажу. Виновата. Ну, честное слово, виновата. Но только я не хотела с ним целоваться. А все как-то так вот закружилось и вдруг. Вот-вот, вдруг. У тебя ведь все в жизни вдруг. Ну, тоже скажешь. Я ведь тоже обидеться могу. Нет уж, раз пришла, слушай. Плясать зачем пошла? Ну, как зачем? Пошла вдруг и все. Вот видишь, сама и говоришь вдруг. Ну, что ты к слову придираешься? Условие дурацкое, зачем поставила? Ну, чем можно оправдать такую глупость? Ну, что верно, ты, вот это действительно вдруг. Ну, и что? Ну, и что? А с Ильей ты сама призналась, что вдруг. Здорово доказываешь, Настя, все правильно. Только я хочу тебе сказать, хотя я уж тебе говорила. Говорила, любишь Илью. Ну, я тебе так прямо и не говорила. Но его есть за что полюбить. Парень видный, чемпион. Да-да, потому что чемпион. А ты его разве не за это любишь? Уж, конечно, не за это. А за что? Не знаю, за что. Люблю, потому что люблю. Но тебе нравится, когда он выигрывает? Нравится, когда он выигрывает. Ну, нравится он мне, когда и проигрывает. Ну, старайся, доказала. Я плохая. Плохая. Значит, ты меня больше не считаешь своей подругой? Почему? Считаю. А как же так? Считаю плохой подругой. Все меня воспитывают. И ты, и Костя. Да потому что любим тебя. Положим, Костя больше любит луну и звезды. Скажешь, плохой парень. Кто, Костя? Да. Да что ты? Другого такого в целом свете не сыщешь. Только вот со мной-то он все как с дурочкой. То жизни на Марсе, то вдруг сразу обо всей вселенной разговаривает.
Да ты и есть дурочка. Когда он с тобой о звездах разговаривает, он же тебя в любви признает. Кто ж так в любви признает? Костя. Неужели правда, что это правда? Неужели ты сама этого не замечаешь? И тут доказала. Нет, действительно, я дура. А Илью ты прости. Ну, честное слово, я одна во всем виновата. И он тоже. Спи, спи, отец. Это чемпион мост отрабатывает. А ради наш провалился? Нет, это у него свой. Все перед Настей ломается. А на что она ему? У него гири есть. А вот подвернется, который поумней, уведет невесту. Пусть попробует. Зачем? Ну, раз ты сам не можешь, тебе общественность поможет.
надо, чтобы вас мышца надо, была. Вот чего надо. Да погоди есть ты. Надо. А он гирями балуется. Глава. Разреши тебя пригласить. Ну что ж, пригласи. Почему не танцуешь? Эх, дядя Федя. Эх, дядя Федя, вот у меня в молодости случай. Полюбил девушку, у меня, впрочем, на Настю похоже. И как-то в старину говорили, бес попутал, другую поцеловал. Что было? Скандал. Сколько прощения просил. Ну и что же? Простила. Значит, не была похожа на Настю. Вылитая Настя. Это вы сейчас придумали? Нет. Вчера. Я Федя. Выручай старика. Кушайте. Кушайте, гости дорогие. А что ж ты пьешь и не закусываешь? Тетя Поля, вот я, а вот он. Нет, вот он, а вот я. Можно нас различить? Ты ешь, Гришник, ешь. Тетя Поля, это он, Гриша. А я Сережа. Но все равно ешь. Ну вот мы и помирились. Ты так думаешь? Гриша, утешил бы брат, а то ведь пьет, убивает. Как ты, Гриша, его утешит? А ты больно. Поплакал для приличия, как невеста полагается. О, вот все. Я по любви замуж иду. Гриша, пойдем танцевать? Пойдем. Прошу. Думаю, что пора и нам с вами справлять. Хорош. Ой, хорош. Анюта, зажги свет. Вот это ты. Это он. Но. Жених. О. А я деверь. А шут вас разберет. Любишь? Значит, любишь. Сейчас объявлю всем, что в следующее воскресенье наша свадьба. Нет, Илья, не будет свадьбы. Настя! Ну, что ты стоишь? Чего ждешь? Судиться захотела. Спасибо, подруженька. И зачем быть такой гордой? Кому это нужно? Ох, Клаушка, ничего ты не понимаешь. Плохо работаешь, Илья, вяло. Ну. Совсем раскис. Довольно, хватит. Громов, поди сюда. Ты что делаешь? Тебе скоро в Москву на первенство страны ехать. Поеду, если надо. Поеду, если надо. Поехать и Потапыч может. Победить надо. А с таким настроением только поражение получить можно. Я такое поражение получил, что мне теперь все равно. Неужели вы не понимаете? Нет. В личной жизни каждого человека бывают свои трудности, даже горе. Но чтобы все это мешало сильному человеку делать свое дело, не понимаю. Иди на ковер.
Ромео. Тепло, что ты его боишься? Ты не бойся. Смелее, ну. Здрасте, Федор Иванович. Здрасте. Вот так, вот, вот, вот. А ты принимай борьбу. Почему опоздали? Да задержались на работе, Федор Иванович. А, знаю, знаю. Ну что, кончили? Закончили. Ну, молодцы. Ты что, устали? Да нет, в полной боевой форме. Развивайтесь. Опять же пнули. Довольно, хватит. Не готов ты к большим состязаниям. Там посмотрим, готов я или не готов. Там поздно будет, нам мы сейчас здесь посмотрим. Выходи на ковер со мной, будешь бороться. Дядя Федя. Нет больше дяди Феди. Здесь сейчас ученик поддубнул. Бывший чемпион мира Федор Бессонов. На ковер! На ковер! Схватка. Что, Федор? Схватка. Что, Федор? Вот тебе и готов. Что такое? Что с вами, Федор Иванович? Смотри. Простите меня, дядя Федя. Так вот, Илюша, я ведь бывший чемпион. А там будут настоящие. Дядя Федя, делайте со мной, что хотите. Тренируйте меня так, чтобы 100 потов с меня сошло. А я вас никогда не подведу. 100 потов многовато, Илюша. А 10 как раз. Продолжаем занятия. Громов, Теплов, на ковер. Вот так. 10 будет как раз. Его никаким приемом не удивишь, он все знает. Но за тебя молодость, ты на 15 лет моложе его. Ты навязывай ему все время силовую трудную борьбу. Действуй на быстроту и на изматывание. И тогда придут минуты, которые будут работать на тебя. Громов, Кораблев, на ковер. Дай сюда стегну. Ты, главное, спокойно, Илюша. Спокойненько, уверенно. Победа будет за нами. Финальная пара полутяжелого веса. Чемпион Российской Федерации мастер спорта Илья Громов. 11-кратный чемпион Советского Союза, чемпион Европы, заслуженный мастер спорта Николай Кораблев. Этим сразу пользуется Громов. Теперь он уже готовит бросок. Кораблев наступает. Он быстро захватывает руку Громова. Но Громов уже вывернулся. Кораблев опять наступает. Гонг. Окончились первые 6 минут. С преимуществом для Кораблева. Да. Как будете продолжать борьбу? В прерванном положении. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Уходи. Теперь наступай. Спокойней, Илюша, спокойней. Бросок. Твой 11-кратный чемпион. Дадюжин не дотянет. Не знаешь ты Кораблева. Он себя сейчас покажет.
Николай Кораблев. Неправильно, Грома! Поздравляю, старик. А что, и правда старик. Вот я сейчас стоял на ковре и вспомнил, как 15 лет назад все кричали «Кораблев, Кораблев», а победил ты. И ты же знал, что выигрываешь у меня в последний раз. Ну, конечно, знал. А сегодня трудная была схватка. Да, почувствовал твою руку. Эх, Федор Иванович, стар становлюсь. Скоро меня тоже будут называть дядя Коля. Ничего страшного, дядя ведь тоже человек, у него тоже свои радости бывают. Ах, вот он где. А, начальство. От души поздравляю старой гвардии. Спасибо за Громова. Стараемся. Ну, Коленька, в 12-й раз поздравляю. Спасибо, Михаил Михайлович. Трудно было. Очень. Еще бы минута и... Хороший подарок приготовили, Федор Иванович. А говорите, на покой, рыбку удить. Ну что же, теперь на мировой будем готовиться. Видите ли, Михаил Михайлович, я считаю, что к мировому первенству нужно готовить Громова. Громова? Хочешь уйти с ковра непобитым? Да нет, я серьезно. Дело в том, что Громов теперь сильнейший полутяжеловес страны. Швед опасный противник, а у Громова нет опыта международных встреч. Поверьте мне, Михаил Михайлович, сегодня это я испытал на себе. Ты это серьезно говоришь? Да. Угу. Что думает Федор Иванович? Николай Григорьевич прав. Только при одном условии, что тренировать Громова будет он сам. Команду тренировать будете вместе, Федор Иванович. Как же рыбка. Ну, а рыбку придется пока отложить. Любовь — это дело серьезное. Да, надо решать этот вопрос. А то вот так упустишь свое счастье, а потом... Все больше никаких астрономических бесед, а прямо да или нет, и все. Пошли. Не будет она со мной разговаривать. Ну, хоть посидишь около нее. Пошли. Пойдем. Thank you.
мне уезжать. Боишься? Боюсь. Колхозный кузнец. Илья Громов. И вдруг такое дело. Раньше что? Ну, я положил на лопатки, меня положили. Все это у нас, дома. А теперь проиграю. Поражение запишет всему советскому спорту. Илюша, не тревожься. Тебе надо быть уверенным, спокойным. Для полного спокойствия мне еще много не хватает. Обидел я тебя. Мы с тобой потом поговорим об этом. Когда вернешься. Я тебя буду ждать. Очень буду ждать. Настенька, скажи одно слово. Скажу. Ты представляешь, Клавочка, если бы двое людей полетели бы на ближайшую к нам звезду Альфа, созвездие Центавра, со скоростью 100 километров в секунду, то только лишь 400-е поколение достигло бы намеченной цели. Вот о чем поэтому вот к нам мы не прилетали, жители иных миров. Костя, пойдем с тобой в сельсовет. Завтра же. Что с тобой, Клава? Не надо ничего говорить, я все знаю. Мы завтра только распишемся, а свадьбу осенью сыграем. Не надо, Клава. Я лучше еще немножко подожду. Я ведь могу, ну, хоть 300 лет ждать. А так вдруг, не надо. Ты прости меня. Плохо мне, друг мой хороший. Так плохо, что хоть из села беги. Знаю я, Клавочка. Но ведь этому сейчас ничем не поможешь. Ждать тебе недолго осталось. Вот уж тогда ты меня и учить, и образовывать будешь. А пока пойди, погуляй с ребятами. Оставь меня одну. Кончить разминку. Громов, Анихин на первый ковер. Рощин, Бурылин на второй. Громов, лещи подбив. Да, для шведа. Сам на себе испытал? Да, еле выдержал. Ну, нажимай, нажимай, ломай. Ну, они... А, подожди, 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 встань на нас. Смотри. Надо руку вот так брать, понял? Что, Петр Иванович? Попробуй.
Подожди, Саня. Саня. Устал. А он дожимает еще сильнее. Кто? Швед. Кажется, здесь подняли слишком большой шум. Нашему Громову предсказывают третье место. Не рано ли? А мы с вами говорим о силе, глубокой. Поклонники силы знаменитого шведа заранее поздравляют Рингрен с победой. Шумят, братцы, шумят. Такая у них привычка. Браво. Ах да, вы завтра боретесь. Да. Господин Громов, позвольте дать вам один совет. Пожалуйста. Остерегайтесь захвата Эрикрена на мосту. У него железная хватка. Устоять против нее смог только один человек, господин Кораблев. Я очень хорошо помню вашу блестящую победу над Ирнгреном. Я тоже когда-то боролся, был чемпион. Меня победил один очень сильный русский богатырь Федор Бессонов. Это было в 32-м году. Да, был чемпион. А теперь вот. Я от души желаю вам победы. Спасибо. Да, 32-м. Не узнал. С кем сидим? Федор Бессонов. Были когда-то мы рысаками. Мы из газеты. Позвольте задать вам несколько вопросов. Пожалуйста, присаживайтесь. О, не беспокойтесь. Читатели нашей газеты интересуют ваше мнение. Целая пресс-конференция. О, нет, только 2-3 вопроса. Как господин Громов оценивает шведского борца? Ирнгрен борец большой силы техники. Турок Исмет Гамид надеется, что Аллах пошлет ему победу. А на что надеется господин Громов? Есть русская пословица. На Бога надейся, а сам не плашай. Ага, это верно, но все-таки, каковы ваши шансы на победу? Точно такой же вопрос был задан Ивану Максимовичу Поддубному в 1906 году. О, Поддубный? И что же ответил Поддубный? Как всегда, положил на лопатки. А что ответит господин Громов? Ну, что я могу ответить? Ковер покажет. О, хороший заголовок для статьи. Ковер покажет. На ковер вызываются Исмет Гамид и Оле Ирнгрен. Победил Оле Ирнгрен. Оле, Оле. Я хорошо разогрет. Хочу немедленно встретиться с русским. Успокойся, тебе надо отдохнуть. Это была только разминка. Не увлекайся. Не зря этот мальчик борется вместо Кораблева. Учти это. Оле, поздравляю! Молодец, Оле, хорошо.
Хорошая работа, блестящий материал для нашей газеты. Пропустите. Ну, а сколько ты думаешь провозиться с русским? Что? Как, 6 минут? Первые 6 минут. Почему так долго? Это не похоже на тебя, Олли. Турок лег на первой минуте. У русских это называется делить шкуру неубитого медведя. Не мешало бы знать мнение самого русского по этому поводу. Не беспокойся, Олли Ирингрен заготовил прием для этого русского. Но посмотрим. Итак, я сообщаю нашим радиослушателям, что русский будет лежать первые 6 минут. Олли! Ты в блестящей форме! Он непобедим! Я пью за его победу над русским! Браво! Мы должны сказать нашим радиослушателям, что арифметика в спорте, как доказательство, ровно ничего не значит. Однако напомним, что Громов победил турка на 8-й минуте. На 8-й. Тогда как Ирингрен положил того же турка на 2-й минуте. Сила Ирингрена – это предел человеческих возможностей. Москвы. Горячо желаем победы нашей команде, группа студентов МГУ. Из Владивостока. Желаем победы, друзья. Все желают нам победы. А победа всей нашей команды зависит от тебя, Илюша. Понимаю, дядя Федя. Из Архангельска, из Новосибирска, из Белых Ключей. Смотри. Не по очкам, а на лопатке. Внимание! На ковер вызывается Ирнгрен и Громов. Ну, Илюша, зовут.
Внимание, вы слышите грохот в зале? Это не обвал, не землетрясение. Просто Иренгрен старается быть точным. Дело в том, что идет 6-я минута схватки. Русский уже на мосту. Из этого положения Иренгрен никого еще не выпускал. Лопатки Громова все ближе, ближе к ковру. Еще секунда и... Я был прав. Действительно, все кончилось в первые 6 минут. Да-да, только не забудьте поменять местами фамилии борцов. За все, за все. Это твоя победа.